Вот это да, Нубик, капец, слушай, нам, мне кажется, надо было оставаться в той деревне с жителями. Мы уже так долго идем, это просто да, жесть. Да, это точно. По-моему, полдня уже или около того, я уже во времени потерялся. Я уже реально начинаю уставать, серьезно, мы так долго идем и до сих пор не нашли ничего интересного. Хотя, знаешь что, я вот еще думал, может быть, отправиться... Так, погоди, это что, деревня? Что, где, где? Так, погоди, там, по-моему, еще одна деревня, вон впереди, смотри, дом. О, еще одна деревня, о, хорошо, так, это хорошо. Можно будет у жителей отдохнуть и потом отправиться, да, подожди-ка, это что такое? Так, это... Может, это какой-то... Я такого дома вообще в деревне не припомню. А, может, это... Я не знаю. Он тут один... Так, да, так, вот так, именно, так. Он тут один. Никого вроде внутри пустой, здесь никого, нету. Да. Да, две кровати, сундуки, верстаки, печка. Так, здесь бочки с яблоками стоят и выход на второй этажик. Фига. Нет, слушай, а прикольный такой домик. Правда, он, конечно, не защищен абсолютно. Ну но... да, вообще ничего нету в нем. Да и сам он из такого. Ну да, материалы, конечно, у него паршивые. Слушай, Нубик, мне кажется, я придумал одно очень интересное занятие для нас. Знаешь, какое? Да? Какое? Давай сделаем этот незащищенный дом супер самым защищенным, а? А, да. Как тебе такая идея? Ресурсы у нас есть вроде бы. Ну мы да. Мы сможем его переделать, и тогда зомбаки не смогут в него попасть. У меня он тут полно защиты всякой. А у меня блоки есть, чтобы построить из этого дома настоящий бронированный дом. Да? Ну, чё, приступим что? Тогда? Ну да, наверное, давай тогда браться. Я так, думаю, если мы немножечко поторопимся, то у нас получится неплохой дом уже к вечеру. Ну да. Я думаю, вместо деревянных вот этих досок мы будем ставить вот такие железные блоки, а вместо кирпича будем закидывать все этим обсидианом. Должно да, получиться хорошо. Неплохо. Да, я так, думаю, ну-ка. Должно неплохо выйти. Так, а что Опа. У меня тут есть? Ага, вот так хорошо, вот мы сейчас все разламываем быстренько. Так, так, так. Ты там на втором этаже будешь да, я на втором этаже. Переставлять? Я сейчас заборчик переставлю, переставлю окошечки на решеточку. Давай, 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 Нубик. Я пока что занимаюсь, короче, вот здесь вот этой основой. Вот, у меня очень крутая бензопила, с помощью которой можно одним ударом рубить сразу все блоки одного так, типа. Вот. Где тут и моя? Это очень-очень-очень полезно. Давайте, ребята, сейчас рубим вот это вот добро. И сделаем здесь так, из обсидиана столбик. Раз, два, три, четыре, так, пять. Это все мы убираем. Во, вот это я понимаю, вот это да, фига ты здесь забор уже заменил? Да, я уже забор, уже окнами занялся. Нормально так, а окна тоже, а что на окнах будет? Решеточки. А, фига, что серьезно, решетки? Ну да. Нормально, слушай, я даже не думал, что ты там так много всего набрал. Ну так, конечно. Тогда, тогда просто все замечательно у нас. Так, ставим сюда обсидиан еще. Вот здесь сейчас столбик из обсидиана сделаем. Да давай, оп-оп-оп-оп-оп. Во, хорошо, слушай, Нубик, мы с тобой довольно быстро строим все эти. Ну да, сказать. Да, конечно, сколько мы уже этим занимаемся, а ну-ка. Так, здесь вверху еще есть, ну давай, ладно, снизу начну. Делаем так, опа, здесь разбиваем. Ох подожди, ты. Блин, я и железные блоки сломал, ё-моё. Ладно, будем по одному тогда. Ну-ка, ого, фига я тут разломал. Ничего себе, блин. Так, ладно. Чё, ты перестарался немножко, конечно. Да нормально, пойдет. Так, сейчас мы берем железные блоки, закидываем сюда железными блоками, все обратно. Так, оп, 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 во-во-во-во, все нормально. Так, выключаем этот режим и копаем по одному блоку. Вот тут два осталось еще. Ща я вернусь сюда. Ага. Так, выкапываем вот здесь. Раз, так, два, три, четыре, окнами, пять, оп. Все. Ой, блин, еще и лестница. Ой, где все лестницы? Они, наверное, у меня. Так, подожди. Нет, ладно, у меня я тут, нет. Я тут одну поставил, короче. Ну, странно, они куда-то подевались. Я просто сломал же там блоки, вот. Они отвалились, короче, из-за этого. Так, где здесь? Ага, здесь еще два блока. Вижу, вижу, вижу. Так, заставляем это сюда. Теперь делаем наверху вот здесь вот тоже окантовочку из обсидиана. Так, 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 так. И нужно будет скоро ставить защиту, потому да, что... Да, я сейчас уже за нее возьмусь. Солнце уже в зените почти, а мы здесь продолжаем строить наш домик. Так, ну-ка, блин, лишний обсидиан поставил. Сейчас мы быстренько его буром этим разломаем. И поставим на свое место. Так, хорошо, хорошо. Булыжник, сюда иди. Блин, опять забираем тут все ресурсы. Это. Ну я ж там ломаю все, Нубик, ё-моё. Ну да, да, да. Так, 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 так. Сюда, потом здесь ставим тоже 6 блоков. Забираем весь булыжник. И, по-моему, что-то здесь не так. Да, здесь не железо должно быть, а должен быть обсидиан тоже. Опа, во. Вот теперь одинаково, хорошо, красиво. Так, берем еще один стак
этого обсидиана, закидываем с этой стороны еще по красоте, все, вот так вот, опа, опа, есть контакт, хорошо, хорошо, идем наверх теперь, ну-ка, что у нас тут внутри, значит, фига, смотри, фига, есть... что там? У меня есть автоматические шипы, шипы, капканы, проволока, а что у меня тут еще есть, и лазеры, что первым ставить? Давай, давай, наверное, колючую проволоку. Колючую проволоку, ага. Вот, потом так. За ней будем ставить, наверное, шипы. Шипы, которые, ага. Которые, эти автоматические. Автоматические, ага. Так, блин, здесь не могу понять, как здесь я тут все раскопал, так по-странному. Так. Так, автоматические шипы, ага. Вот это вот сюда. Давай пока ставь это, а потом еще что-нибудь придумаем. Скажешь, что там у тебя осталось, ты уже забыл. Так, оба, вот сюда ставим железяки, здесь я не доломал чуть-чуть, так, есть контакт, хорошо, просто замечательно, пипец, мы сейчас реально тут такой дом построим, да, целый, улучшаем, блин, его просто по максимуму. Дом-бункер прям? Ну, слушай, не знаю, как насчет так, бункера, но капканы. Дом реально будет крутой и очень крепкий. Так, капканы. Идем сюда. Очень крепкий, очень защищенный, я думаю, волны зомбаков в нем пережидать будет просто замечательно. Так, ставим это сюда, это вот сюда, дверки мы сюда закрываем, во, ставим вот сюда, окна у нас тут теперь превратились в железные решетки, чтобы зомбаки не могли их разбить. И я думаю, здесь, да, наверное, все, да, крыша у нас такая останется теперь деревянной, шипы, потому что от нее толку особо нету. Что это такое? А, тут лестницы нету. Так, а лестница одна у нас только, да? А, у меня нет лестницы. Ладно, хорошо, воу-воу-воу, чуть на шипы не напоролся, нифига ты здесь наставил уже, ё-моё. Ага, так, конечно, я же говорю, у меня много, а, блин, не туда поставил. Давай, давай я лазер, короче, поставлю сейчас еще. На, держи лазер, сейчас я тебя к тебе пришел, я пришел уже. А, ты вот он, так, вот оно, и еще что-то не хватает, по-моему, а, во, точно. Активатор, рычажок там надо для него. Да, во, все, я кинул. Так, отлично, все, идем, расставляем лазеры, друзья, оп, там же ничего больше не будет, да? Нет, наверное, ну, ничего. Не, ничего. Лазер это последний слой, да? Да, да, да. Так, все, тогда замечательно. Сейчас мы это все дело быстренько активируем сразу. Ого, нормально, так лупасит по полтора сердечка. Так, берем сюда, короче. Оп, сюда активируем. Ставим с этой стороны. Фига, слушай, вот это мы этот дом, блин, превратили реально в супер-пупер защищенный. Это точно. Ни один зомбак сюда не пройдет. Опа. Сегодня мы это ночью проверим, между прочим. Опа, все, все лазеры готовы. Так, фига. Вот так, это да, слушай. Достаем свои пушечки. Вот это у нас реально теперь, ничего себе, у нас реально крутой дом, слушай. Ну да, ничего себе, тут мы отстроили, настроили. Знаешь, я думаю, хозяин этого дома, если вернется, то он офигеет просто, что здесь превратилось, во что превратился его дом. Это просто трансформировался в суперзащищенный. Вот. Осталась только крыша старая, пол и, в принципе, кровати с сундуками. Ну, ну их да, заменить-то не на что. Ну да, вот, не на что. Короче, я думаю, что на этом все. Больше этот дом улучшить абсолютно некак. Блин, там вот блок телепается один, ну ладно. Как-нибудь скинем потом. А-а-а, блин, проверил уже защиту немного. Нормально работает, да? Да, работает все. Слушай, нам повезло с этим домом, реально. Солнце уже, кстати, скоро будет садиться. Я предлагаю закрыться в домике, покушать немножечко, отдохнуть, оружие все проверить, перепроверить. Да, и точно дожидаться зомбаков, потому что они придут уже, я думаю, совсем скоро. А я проскочил, понял? Молодец, я тоже проскочил. Видишь, я же как-то здесь. Ладно, друзья, в общем, мы нашли с Нубиком вот такой вот обычный, страшненький, старенький деревянный дом. И буквально за какие-то полдня мы смогли его полностью защитить и превратить в самый суперзащищенный дом в Майнкрафте. И я думаю, через пару часов мы это проверим, когда на нас начнут нападать зомбаки. Поэтому, друзья, не переключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы будем немножечко отдыхать и дождаться вечера. Блин, Нубик, кажется, уже начинает темнеть. Да, вон солнце уходит, да, блин. Да, да, уже темно. Такое красное небо, горизонт этот. Ууу, фига, там даже уже звезды, по-моему, начинают быть видными. Так, знаешь что? Короче, я, наверное, полезу наверх и буду сторожить вот здесь наверху, пытаться разглядеть зомбаков через эти решетки. Зомбаки спереди! Нубик. Нифига! А, что, понял. Вот это я вовремя вышел на улицу проверить. Подстреливаем. Так, я беру свою биопушку и начинаю их гасить в биопушке. Давай, кстати, давай, еще давай, могу давай, со снайперской винтовки поуничтожать их. Жирный зомбак! Пошли фига отсюда себе! Так, давай, гаси. Что так, блин, проходите, а, обалдели, а ну-ка назад все. Так, ничего-то зомбаки вообще борзые какие-то, да?
капканы, так все подрывали. На, получай. Поехали. Во, фига себе, слушай, нормально я там их подрываю на этих вот таких зеленых вот бомбочках из кислоты. Ага, это точно, да, как раз раскидываешь их. На, хорошо. Слушай, я думаю, мы должны выдержать с тобой все волны зомбячие вот эти, потому что, ну, у нас реально очень крутая защита получилась, надеюсь, ну вообще, да, крутая. Ребята, кому нравится наш суперзащищенный дом в Майнкрафте, обязательно ставьте лайки и пишите об этом в комментариях. Так, смотри, там что-то в лесу стоят. Да, в лесу стоят, пока хоть время перезарядиться, если капканы пооткрывать заново. Давай, я пока что буду гасить кислотой вот этих, которые там где-то идут. Так, ну-ка, вон еще там кто-то стоит, сейчас я его со снайперской винтовки бабахну. На. Так, вот тут капканов понаоткрывали. Ну что там, где они, что, все что ли? Да, по-моему, все. Да, вроде фига все. Себе. Так, ладно, хорошо, первую волну мы уничтожили просто моментально, даже не заметили, поэтому, друзья, давайте ждать следующего прихода зомбаков. Так, слушай, я здесь, короче, на крышу еще залез, чтобы можно было вообще далеко-далеко смотреть, понял? Так, ага. я вижу их, нубик. Идут. На, получайте, я могу прям с крыши стрелять по ним. Так, ну-ка, они там где-то между деревьями откуда-то идут, фига себе. Подходят. Да, вижу. Давай, гаси. Так, ну-ка, на, получай. Зомбятина дурацкая, строители эти задолбали. Так, ну пока. Пока выдерживаем, нормально. Так, я начинаю с кислотной штуки стрелять, чтобы взрывать эти... Давай. Не могу попасть, настакать на одном месте. О, хорошо, поехали. Взрываем. Так, идем сюда. Фига, там толпа прет, слышу, нубик. Да, вижу. Ого. Да, я ж тебе говорю, они просто летят на нас. Фига, так, ну-ка, давай. Они не зайдут сюда, я тут чуть переставил. Ты внизу сдерживаешь, да? Да, я внизу тут стреляю, внизу. Так, хорош. Давай, я буду гасить пока что вот этих, которые вот здесь наверху еще. Ну-ка. Так, жирный, пошел отсюда. Они пытаются построить наверху мост, смотри, по деревьям строятся. Вижу. Вы что, совсем офигевшие, что ли, зомбаки дурацкие? Так, ну-ка, я сейчас вам туда прям в самый конец накидаю. Так. Так, а вот жирный пошел отсюда. Фига себе, блин, ничего себе, они реально тут пруды, просто их тут... Ой-ой-ой, так, давай, короче, берем нашу тяжелую артиллерию. О, вот это да, вот это дело. Вот, нормально. Жалко, что сразу много нельзя валить зомбаков с помощью лазера. Знаешь, несколько целей сразу. Да. Но по одному это просто лучшее оружие в мире. Так. Толпятся, а? Я не знаю, но их там реально много. Так, у меня еще где-то здесь миниган был. Во. Я буду сейчас тоже сдерживать здесь, чтобы не подходили даже к лазеру. Так, получайте. Вот так вот. Сейчас мы со всеми вами справимся тут быстренько. Жирные, не надейтесь. Так, луна у нас уже на середине, значит, половина ночи прошла примерно. Так, давай, гасим их. Фига, нубик, они подходят, блин, все сильнее и сильнее. Так, давай сейчас попробую сюда налепить куда-нибудь. Во, я могу сюда налепить. Так, на шипы могу налепить сразу эту кислотный шарик этот. Так. Так, на. Вот получайте. На, давай еще взрывайся. На, блин, есть, хорошо. Много. Ты посмотри, сколько их там в лесу стоит, это капец. Да я вижу, нубик, ну, блин, надо что-то с этим делать, надо стрелять по ним, не останавливаться. Продолжаем уничтожать. Сейчас я туда все закидаю этой кислотой. Так, ну-ка. На, во. Хорошо. Я не выпускаю их оттуда просто. О, сколько там. Так, нормально. Пока держимся, пока выдерживает наш супер защищенный дом. Я, в принципе, даже особо не удивлен. Так, давай, на березке там сейчас взорвем еще. На, фига там. Чё себе, блин, нубик, они нападают. Ё-моё. Вижу. Так, все. Забаррикадировались, погнали стрелять. А ну-ка, так, куда я беру собрались? Эти снайперскую винтовку и беру жирных зомбаков на себя. Тут ну-ка. Много, блин, капец. Ой. Фига себе. Нубик, держись там, я сейчас буду кислоту подрывать, наверное, давай. Так, тихо. Главное, чтобы меня сломали оно не скинуло. Сломали одну колючку. Ах, вы гады. Слушай, блин, это, конечно, печально, что колючку одну сломали. Так, давай. Надо как-то на стака здесь, вот там куда вот может получиться. Зашел, а? Оп. Не, не получается, блин, вообще ни в какую. Так, давай, гасим их. Ну-ка. Ой, жирные нападают сюда. Так, держись, тубик, сейчас я с электрической пушки попробую сократить их популяцию возле нашего дома. Так, на. Есть. Фух, офигеть. Вот это да. Давай, гаси. Не один. Есть, все, справились. Так, еще видишь кого-нибудь? Не, пока никого. Можно хоть перезарядиться. Фух, да, точно. Давай сейчас будем перезаряжать наше оружие и ждать следующую волну, потому что это, друзья, по-прежнему не конец ночи. Я буду на крыше, короче, караулить, понял? Да. Нубик, зомбаки не нападают ни с одной стороны, только вот оттуда они шли уже две волны, ну, прикинь? Да.
Да. Так, здесь по-прежнему никого. Кстати, ой, уже солнце начинает выходить. Идут. Ух ты, зомбаки, я ему про солнце говорю, а он тут про зомбаков. Так, давай раскидываем все вот эти вот зеленые штуки по этому полю. На, получай, вот так вот хорошо. Давайте. Так, сейчас возьму, наверное, о, и буду стрелять прямо вон туда. Что? Ой, Нубик, сейчас помогаю. Давай, поддержка с воздуха. Ну-ка. Вернее, поддержка с крыши. Не поздновато нападайте, не... Слушай, реально, что ты уже вообще офигевший? Вон уже солнце вылазит, я его даже вижу. Давай, держись, Нубик, держись. Давай, прикрываю. Ну-ка. Поехали. На, дурацкий зомбак этот, зомби-мутант. Так. Хорошо, пока держимся. Свинозомби-мутантов больше не видишь? Не, пока не вижу вроде. Офигеть, блин, вот это вот они... О, загорелись. Ну что это, победа? Хорошо. Давай. Добиваем всех. Ничего себе, блин, там их еще реально очень много в лесу, и они все горят, прикинь. Есть контакт. Главное, чтобы свинозомби-мутанты сейчас какие-то случайные не залетели сюда и не разнесли наш дом. Так. Хотя, блин, не знаю, на самом деле. Мы его остановили прямо, короче, перед этим, перед лазером. Видишь, что там блоки целые? Да. Оп, тихо. Куда ты разогнался, а? Ну, блин, отправляйтесь обратно в ад. Давай, Нубик, выжигаем абсолютно всех. Просто вот тут их закидываем патронами. Так. Ну-ка, ой, фига, блин. Давай, иди сюда, чё вы там стесняетесь? Да их там еще дофигища, я тебе говорю, в лесу там просто целая куча. Вижу. Я туда стреляю, но они что-то не уменьшаются. Так, давай, гасим всех. Ой, фига их там. Ё-моё. Так, ладно, можешь попробовать выйти с дома? Может, выйдем с дома и зажмем их там, а? Давай. Сейчас я аккуратненько куда-нибудь перепрыгну. Оба, есть, все, я спрыгнул. Так, Нубик, ого, тут разгоняются жирные сразу. Так, держись, осторожно. Так, Нубик, помогай. Ого, их тут. Помогай быстрее, ё-моё, нифига себе, здесь какая куча их идет. Ё-о-о-о-о-о. Так, зомбаки, это была плохая идея перепрыгивать вниз через наши ловушки. Ничего, нам уже деваться особо некуда. Сейчас, нормально, солнце помогает, они почти сгорели уже, так, давай, держимся. Я снова за линией обороны. Их уже меньше, давай, Нубик, держимся. Так, осталось совсем чуть-чуть уже нам выжить, и все получится. Так, давай, так, по тебе еще не попасть случайно. Этого тоже выжиг, вот тут еще парочка, так, я иду сюда в лес, короче, вон еще. Вот тут еще был зомбак, и вон еще зомбак спрятался, так, здесь еще два, нет, один, оп. Оп. Всё, кажется, да? Все, да. Всего. Офигеть. Нам вот это был замес. Да нам вообще почти ничего не тронули. Ну, один раз одну колючку сломали. Но я ее восстановил, это ее я ломал, чтобы выйти. Ага. Не, ну там по факту, в принципе, ее там и не было, там же был проход. Ну я переставил. Ну вот. Ну, да, я понял. Ну короче, слушай, нифига себе, мы построили реально офигеть, какой крутецкий, супер защищенный дом, и он выдержал полностью это нападение зомбаков. Все целые три волны, прикиньте, друзья. Фу, я думаю, хозяин этого дома будет доволен. Ну что, Нубик, пойдем дальше? Ну да, пойдем дальше. Да. Друзья, кому серия понравилась, обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте активировать колокольчик, а также поставить этот лайк. Ну спасибо, да. Вот. Все, с вами, как всегда, был профессионал Енот и мой друг Тубик. Всем до скорой встречи и пока, друзья. Пока, ребята.